құрметті спортшылар, қонақтар және жанкүйерлер. Сіздерді бүгін кереметтей бір жауапты күнде елордамыздың төрінде Нұр-Сұлтан шаһарында болып жатқан футзалдан өтіп жатқан АФЛ кубогының жабылу салтанатына қош келдіңіздер. Уважаемые гости, участники соревнований, в этот прекрасный день мы рады приветствовать вас на торжественном событии Кубка АФЛ по футзалу. В рамках исполнения ежегодного послания Елбасы «Казахстанский путь. Единая цель, единые интересы, единое будущее». В целях развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, а также формирования физической и нравственной закалки. В данном турнире принимали участие более 20 команд. Поприветствуем наших участников бурными аплодисментами. Внимание, звучит гимн Республики Казахстан. Thank you.
Добрый день, уважаемые зрители. Действительно, хороший день, такой воскресный и эпогейный. Игра первого кубка, да, действительно, который войдет в историю. Игры ПО,
номинации «Лучший нападающий» в УКФЛКО становится игрок команды «Транстелеком» Абдеш Дархан. И чемпионами в этом году Кубка АФЛ